уважаемые соотечественники! С февраля прошлого года наша страна ведет спецоперации на Украине по уничтожению неофашизма. Это тяжелый, кровавый труд. Но война — это всегда плохо, но проигранная война — это еще хуже. Сегодня мы узнали, что бойцы группы «Вагнер» подняли мятеж. Поэтому считаю, что это недопустимо в условиях военного времени, так как ведет развал государства и гибели нашего общества. Всецело поддерживаю действия нашего президента Владимира Владимировича Путина и призываю всех честно и до конца выполнить свой долг. Нам необходимо только одно – победа. А после уже будет разбор полетов. Кто прав, кто виноват. Сейчас внести сумятицу, расколоть общество – это то, что нужно всем нашим противникам. Надеюсь, что все это будет ликвидировано, и мы победим.